Преобразования в Батецком сквере Победы начались в 2020-м. Тогда здесь обновили воинский мемориал. В этом году благоустройство общественного пространства решили продолжить. Теперь территорию по соседству украшает арка в виде звезды и информационные доски с именами героев Великой Отечественной войны. Здесь установили скамейки, вазоны, светодиодные светильники, Wi-Fi, камеры видеонаблюдения. Общая стоимость работ составила чуть больше 2 миллионов рублей. Это, я считаю, отправная точка по дальнейшему развитию и благоустройству поселка. Все-таки районный центр, и здесь все мероприятия, которые проводим в районном масштабе. Нам сейчас плюс гости приезжают. То, о чем мы говорили, да. На правительстве надо... Сейчас большие были инвестиции в мойку сделаны, надо сейчас немножко... Согласен. По райцентру тоже поработать. У нас... Следующим этапом благоустройства станет ремонт тротуаров и дополнительное озеленение сквера. Глава региона предложил подумать и над его дальнейшим тематическим наполнением. Также Андрей Никитин поручил увековечить в Батецком еще одно важное событие. В прошлом году здесь состоялся судебный процесс по признанию геноцидом массового убийства мирных жителей возле деревни Жестяная Горка. В свете регулярных попыток искажения исторических фактов это решение стало знаковым для всей страны.